дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех участников соревнований, гостей в нашем не только историческом, но и спортивном городе-герой Волгоград. Здесь собрались лучшие из лучших. И не секрет, что ваш турнир проходит в те же дни, как и чемпионат мира. И у вас есть прекрасная возможность наблюдать за матчами, учиться, набираться море позитива и притворять эти комбинации, эту энергию, которую вы получите при просмотре именно в свои матчи и свои игры. Мне хочется пожелать, чтобы вы показали достойную игру, чтобы вы проявили командный и бойцовский дух, и чтобы использовали принципы фэрплей, честной игры. И пусть победит действительно сильнейший. И не останавливайтесь на достигнутом, только вперед. Я всех хочу поздравить вас с началом финальной стадии чемпионата России, первенства России по футболу среди юношей 98 года. Пацаны, вы должны знать, что вы находитесь на великой земле, где ваши деды, прадеды защищали нашу родину. Чтобы вы вот сейчас на этих хороших полях играли и радовались жизни, играли в футбол, занимались любимым делом. Вы должны знать историю, вы должны знать, ради кого и почему теперь есть вам такая возможность заниматься своим любимым делом. А вообще я хочу сказать, да, Татьяна Романовна правильно сказала, что символично, что первенство проходит параллельно с чемпионатом мира по футболу. И поверьте, у каждого из вас есть шанс тоже быть участником чемпионата мира. И я верю, что в 2018 году кто-то из вас уже будет играть в национальной сборной на чемпионате мира, который будет проходить у нас на родине в России. Ребята, главное вам честной, серьезной борьбы, и чтобы победил сильнейший. Удачи, ребят! Дорогие ребята, уважаемые тренеры, все любители футбола города-героя Волгограда, от имени Российского футбольного союза я поздравляю вас с открытием финального турнира первенства России по футболу среди команд спортивных школ игроки 1998 года рождения. Желаю вам, ребята, показать на этом турнире яркий, содержательный футбол, порадовать своих родных, своих близких, своих тренеров. Добрый путь!